Чтобы вы понимали, злоумышленники видят вашу дверь вот так. Он у меня переломился всего от одного удара, и мне проще его теперь просто-напросто достать даже в эту сторону. Все, вставляем любой цилиндр, и дверь можно открывать просто вертушкой снаружи. То, что у вас внутри дома. Открыто, открыто. Давайте я покажу, что замок работает. Сколько у меня заняло на это время? 20 секунд я выбивал, может даже 15. 10 секунд вставлял новый цилиндр. То же самое можно сделать внутри, но я думаю, показывать этого не надо. Как бы это все то же самое. То есть 30 секунд и 30 секунд. Минуты я дверь открываю.